говорила, что нашла визор еще ребенка. Да, он лежал в руинах, куда я случайно упала. А другие нашла недавно в старом тайнике. Иметь запас полезно. Мы идем в руины предтеч. Защити нас, богиня. Не переживай, Варун. Приветствуем в пусковом комплексе Дальнего Зенита. Дальний Зенит? Они менялись технологиями с новым рассветом, но откуда у них копия Геи? Пожалуйста, зарегистрируйтесь на экскурсию. Кажется, они приглашают нас подойти. Пройдите сканирование. Доступ закрыт. Пожалуйста, подождите сотрудников охраны, доктор Собек. Ага. Похоже, они не очень-то ладили с Элизабет. Что ж, надо попасть внутрь. Кажется, ее можно вскрыть. Снаряжение скалолаза. Похоже, кто-то спрыгнул сюда. Может, его оставил тот, кто подстрелил машины, что мы нашли? И куда он делся? Фу, что это за вонь? Весь лагерь разрушен. Наверное, они пришли сюда за трофеями. Кислота. Понятно, чем тут пахнет. И похоже, что-то большое упало сверху. И разнесло весь лагерь. А потом и стену. Надо осмотреть завалы в той расщелине. Когда та штука ушла в пролом, все это обвалилось. Если вытащить часть обломков, можно будет протиснуться внутрь. Может, в лагере найдется что полезное? Элой, сюда. Кажется, я что-то нашел. Похоже, это какое-то изобретение Азирам. Визор обнаружил пару интересных вещей. Его броню. Деталь машины пригодится для починки. Кабель машины прочнее веревки. Отлично. Кажется, я собрала все для ремонта инструмента. А может, даже для улучшения. Воспользуйся верстаком.